хочу язык, отварной язык. Красную икру, которой нынче, наверное, вообще не куплю, будет недоступна она по ценам. Салаты, наверное. Селедка под шубой надоела. Мы, наверное, все равно будем делать. Оливье обязательно будет. А что, как всегда, шампанское на столе. Салат, оливье. Как обычно. Мясо, шампанское, красная икра. У меня нет такого, чтобы я какой-то один салат был каждый Новый год. Несколько лет заказываем суши. Традиционные блюда мы перестали готовить. Может быть, утка, может, с яблоками будет. Приеду к родителям, и все, наверное. Они уже сами приготовят, думаю. Я обычно хожу к родственникам, да, и мы с ними вместе сидим. Ой, я одна живу. Какой новогодний стол? Сыр. Овощи, конечно же. А из мяса не знаю, что. Какой алкоголь? Вы что? Вы о чем? Мы же в России живем. Никакого. Шампанское. Голицын. Почему-то. Я вообще не пью. Мы будем лимонад, сокик. На сутках. Не, ну оливье-то может и будет, но, по крайней мере, шампанского и еще что-то такое, это нельзя будет. Рабочее место. Какое застолье, я в больнице лежу. Что, бог даст. Красная рыба будет и красная икра. Бутерброд с красной икрой и все. Я только что вернулась из фронта, из командировки, поэтому как бы у меня настроение немного не совсем не новогоднее. Потому что я знаю, как там парням тяжело, в каких условиях они находятся, поэтому... Как всегда. Бутылка шампанского. Фрукты будут, овощи будут, курица будет, рыба будет. Ничего не будет. Один я, одинокий. Слава богу, пока нет. Мне нет. Да, в общем-то, нет. Мы в церковь пойдем. Мы будем в церкви справлять его Новый год. Не ощущается. Зарплата позволяет. Сейчас каждый поход в магазин сплошная экономия. Может, 10-15 тысяч. Цены, да, очень высокие. Предвидели, что цены взлетят. Заранее все приобретено. Ну и еще свое держим. Курочек, козочек. Для меня это не сильно критично. Ну, я думаю, у нашего народа на оливье точно хватит денежных средств. На все остальное не знаю. Иногда на что-то экономим. Очень много скидок в магазине, кстати, сейчас. Можно купить заранее. Нет, не думали об этом. Сейчас хорошо все с финансами. Цены шокируют каждый день. На 2000 ты уже практически ничего не купишь. А Новый год это будет еще хлеще. Праздник это праздник. Что делать? Нет, сделаю вот салат с кальмарами. Там идут яйца, шампиньоны и кальмары. Кальмары стоят дороже, чем яйца. Ну и так всю жизнь экономим, ничего-то. Все равно там последние копейки вытаскиваем и все покупаем. От этого никто не отказывается. А после Нового года, наверное, будем сидеть голодные.